Представься, пожалуйста, откуда ты? Вот сейчас мы находимся около Донецка. Вот ты сам откуда? Горловка. А за мной малыш. А скажи, пожалуйста, ну, такой малыш, и вместо того, чтобы, я не знаю, эвакуироваться отсюда, ты, я смотрю, с оружием уже с крестом георгиевским. Да. А ты... Родину, родители защищать, друзей, семью, близких, всех остальных. А давно ты в ополчении уже? Больше месяца. А вот скажи, с какого момента ты принял решение пойти в ополчение? Да есть там свои, получается, недостатки, которые говорили. Получилось так. Ну вот, а вообще твое мнение по поводу того, что происходит на твоей земле? На моей земле не будет уже никого. Не будет такого происходить. А скажи, пожалуйста, во скольких, ну вот я вижу, что Георгиевский крест, если не секрет, за какие заслуги, сколько раз ты был в бою, если можно вспомнить это? Да можно вспомнить, много раз. Больше 5. Больше 5? Да. Ну, а поконкретнее, как бы, ты ходил туда, за линию? Ну как, да, получается. А тебе не страшно было вообще? Да, слегонца. Страшно. Ну, это здоровый тогда, здоровая психика, если страшно. А скажи, пожалуйста, вот ребята, которые с тобой рядом, да, вот сейчас украинские СМИ постоянно тиражируют о том, что на Донецкой и Луганской земле воюют российские представители. Вот ты находишься рядом с ребятами, ты сам горловский, ты же знаешь всех местных, да, более-менее? Ну, да. Вот. И скажи, пожалуйста, рядом с тобой это ребята, которые отсюда, с Донецкой области? Ну да. А вот такой еще вопрос. Твои друзья, когда узнали, что ты в ополчении, они следом не собрались? Собрались. Серьезно? Да. Они уже заходят в ополчение? Да. Не тут, даже здесь. Уже здесь? Да. И что бы ты хотел сказать тем ребятам с той стороны, которых призывают в армию, вывозят сюда, многие даже об этом не знают, что бы ты им хотел сказать как ровесник? Да что, пусть покидают армию, идут домой, к семье. А мама очень волнуется? Очень. Очень? Очень. Звонит постоянно? Да. А папа что говорит? Хочет ко мне идти. И что, уже собирается тоже? Я не хочу, чтобы он пока не сошел. Почему? Ну, то, что пока не спустит, лучше с мамой рядом будет. Поддержит маму. Вот. Хорошо. Спасибо большое. Понятно.